Привет, друзья! Видеоролик, который назывался «Как ведут себя за рулем американцы», наделал довольно-таки много шума в интернете, как на моем YouTube-канале, так и в моих группах ВКонтакте «Русские водители в Америке», на Одноклассниках и на Facebook. Было очень много комментариев, как всегда, и положительных, и отрицательных. Большинство людей не поверило, что в такой стране, как Соединенные Штаты, с самыми драконовскими законами и самыми высокими штрафами, на дорогах творится вот такое бескультурье. Мне стали писать в комментариях, этого не может быть. Можно не поверить человеческому слову, но как нельзя поверить видеорегистратору? Поэтому я приглашаю вас в поездку с собой и посмотрим снова, как же ведут себя за рулем американцы. Очень живописное Калифорнийское шоссе номер 20, которое проходит через красивый краснодеревенный лес. Но дорога очень узкая, опасная и коварная. Она изобилует закрытыми поворотами. Нужно быть очень внимательным на этой дороге. Дорога, по которой всегда ехать очень приятно, если бы все соблюдали правила дорожного движения. Итак, сзади меня догоняет легковой автомобиль. Двойная сплошная линия, которая запрещает обгон. Обгон здесь запрещен практически на всем протяжении. Сделаны специальные карманы для обгона. И я всегда останавливаюсь в таком кармане и пропускаю всех, кто едет за мной. Ну вот этот товарищ долго ждать не стал. Сразу же выехал на встречку, проехал. Видео с другой камеры. Прямо-прямо перед слепым поворотом. Еле-еле успел. А если бы на встречу кто выехал в этот момент? Следующая машина догоняет, едет за мной несколько минут, выезжает на встречку и пошел на обгон, еще и мигает мне. Не волнуйся, я тебя вижу. Смотрим с этой камеры. Все, полетел. Так, опять за мной собралось несколько автомобилей и мотоциклист. Ну, эти, конечно, эти вообще ждать не хотят. Здесь очень крутой поворот, настолько, что я от него даже не помещаюсь. И мотоциклист выбирает именно это место, чтобы меня обогнать. Смотрит с другой камеры. Прямо почти в лоб, движущийся навстречу машине. Так, едем дальше. Очередной торопыга обгоняя со всей дури. Все, полетел опять перед встречным. Главное, что случилось дальше. Недалеко же он уехал. Я буквально сразу же его догнал. И вот мы мирно опять тянемся в колонне за каким-то очередным тихоходом. Стоило так рисковать. Двигаемся дальше. Как только меня догоняет очередной автомобиль, все, выезжает на разделительную полосу и пошел. Ага. Полоса для поворота налево. Все, пересек все двойные, сплошные, полетел. Так, дождик. Делаю поворот на перекрестке. Смотрим, что делает этот кроссовер, который за мной. Моментально
навстречку. Все, полетел с этой камеры. Давай опять лоб в лоб. Пофиг. Двигаемся дальше. Асфальт мокрый. Так, еще один торопыга. Все, обогнал. Въехали в небольшой город Вилец. Ничто не предвещает беды. Здесь две полосы. Правый ряд остается на 101-й дороге и уходит прямо. А левый ряд он поворачивает на другое шоссе. Красный сигнал светофора. Ничто не предвещает никаких нештатных ситуаций. Постепенно набираю скорость, догоняю своего коллегу, водителя, обгоняю его. А желтая машина Пенске, эта машина взята на прокат. Так, коллеге это жутко не понравилось, что я его обошел. Он прибавляет скорость, полетел. Не замечает, что загорелся желтый. Загорается красный. Пролетает перекресток на красный. Вот так ему не хотелось и ступать. Нештатная ситуация. По дороге идут две собаки. Насколько можно, прижимаюсь вправо. Вот с этой камеры видно, но собаки, к сожалению, атакуют меня. Шмяк. Ой, блин, извини, собачка. Так не хотелось этого делать. Если вы думаете, что американцы нарушают правила дорожного движения только лишь где-то там в лесу, на какой-то там узкой непонятной дороге, то вот ситуация совсем другая. Центра Сан-Франциско. Поворачиваю направо. Лоб в лоб сталкиваюсь с BMW, которая просто едет по встречке. Для женщины-водителя это было большой сюрприз, что кто-то вдруг выезжает на эту полосу. Все, едем дальше. Это же самая улица, всего лишь пару перекрестков дальше. Упс, опять по встречке. Опять дождь, городской перекресток. Я поворачиваю направо на зеленый сигнал светофора. Вот так вот. Человек, который поворачивает налево, должен меня пропустить. Почти ударил меня. Тут же смылся. Вот интересная ситуация. Калифорнийское шоссе 101, у него 6 полос, и я нахожусь во втором ряду. Это разрешенный для грузовиков ряд движения. Раннее утро, ничто не предвещает никаких нештатных ситуаций. Вот видно слева, появилась целая куча лампочек. Появляется грузовик, который шевелит очень-очень быстро и едет по ряду, который запрещен для движения грузовиков. Ну, ради бога. Спешишь, спеши, вот смотрим с другой камеры. Им очень сильно хочется меня обогнать, хотя я еду с максимальной скоростью.
Но если ты куда-то спешишь и не боишься получить штраф за превышение скорости, ради бога. Судя по количеству лампочек, это хозяин своей машины. Сейчас мы посмотрим, как его зовут. Вот он на прицепе написано Майкл Дуси. Давай, Майкл, шевели. Ну, вроде все нормально. Майкл уехал. А я потихоньку догоняю цистерну, которые ездят обычно очень медленно, так как водитель цистерны получает свою зарплату почасовую, и чем медленнее он едет, тем больше денег он привозит домой. Поэтому я перестраиваюсь влево и пошел на обгон. Спешащий куда-то Майкл очень сильно замедляется. Он уже никуда не спешит. Я чувствую, что скоро я в него упрусь. Цистерну обогнал, теперь можно перестроиться в правый ряд и обогнать Майкла. Что он делает? Подрезает, выдавливает меня с дороги. Едет он настолько медленно, что я на своем круизе, просто не добавляя абсолютно газа, свободно его обгоняю. Эта полоса становится полосой для съезда, и поэтому мне нужно обратно перестроиться. Чтобы не мешать этому Майклу, я перестраиваюсь еще левее, чтобы он оставался в своем правом ряду. Посмотрим, чем ответит Майкл. Правильно, Майкл перестраивается еще левее и тут же пошел на обгон. Ему очень не понравилось, что я его догнал и обогнал. Но обгонять он вовсе не собирается. Вот он поравнялся со мной, достает свой сотовый телефон и начинает меня снимать. Сам-то Майк не знает, что в этот момент я снимаю его тоже. Так вот он приближается. Еще раз возникает угроза столкновения, то есть он постоянно пытается столкнуть меня, испугать. Вот еще раз. Еще раз совсем приблизился, почти ударил в зеркало. Все, уехал. Так, еще немного с этой камеры, вот видно отражение его огней, когда он поравнялся со мной и едет. Боковым зрением я успеваю заметить, что водитель, судя по всему, латиноамериканец, ну, скорее всего, мексиканец. И у них всегда возникает кровная обида при обгоне. Они очень яростно сопротивляются при обгоне, потом стараются тебя догнать, обогнать, а этот вот еще вот решил вот наказать таким вот способом, устраивает гонки. Приближается ко мне, пытается напугать. Видно, как грузовики опасно сближаются. Ну все, полетел. Давай, Майкл, удачи тебе, езжай аккуратно.
Ну что, друзья, к сожалению, и водители легковых автомобилей, и братья, коллеги, водители грузовиков ведут себя за рулем просто ужасно, отвратительно. Особенно если они уверены, что в этот момент их никто не видит. А оказалось, что мы их видим. Ну что, всем пока. Удачи за рулем. Будьте внимательны. Взаимовежливы. До следующего видео. О, Майкл останавливается. Уже никуда не нужно спешить. Все еще пытается снять меня на телефон.